Одежда делится на два типа. Та, которую можно кому-то отдать, и та, которая никуда не годится. Ее можно переработать. Организация «Мусора больше нет» раз в месяц открывает точки сбора. Туда можно нести пластик, стекло и одежду. С каждой акции на переработку увозят полную газель вещей. Из одежды, ну вот ветошь, которая уже не подлежит одежде, носки, ну, например, в Новосибирске, из нее делают наполнитель для матрасов. То есть ее распускают именно ниточки, и получается очень хороший наполнитель для матрасов, который можно в дальнейшем использовать. Помимо экоорганизации, сбором одежды занимаются и всем известные бренды. В Барнауле бокс состоят только в одной сети. Правда, завод переработки у нее в Швеции. Экоактивисты не уверены, что туда доезжают вещи из России. Мы стараемся ходить на переработку к тем переработчикам, которым отдаем вторсырье, чтобы быть уверены, потому что мы эту информацию даем людям, и как бы если окажется, что они выбрасывают, например, что-то, то ну как бы это пятно на нашу репутацию будет. В H&M очень часто и много информации было о том, что эти вещи просто сжигаются. Ну как бы мы своими глазами это не видели. Но и переработку мы своими глазами не видели. На самом деле мало кто задумывается о том, что медленно разлагаются не только пластиковые бутылки и синтетические кофты, например, но и обычная повседневная обувь, потому что подошва чаще всего сделана из резины и трудноразлагаемого пластика. Их можно переработать в резиновую крошку, которая потом пойдет на строительство детских площадок. У нас в Барнауле только один магазин занимается приемом обуви на вторичную переработку. Кроме переработки, вещи можно отдать на вторичную носку. Например, в секонд-хенд Charity Market. Магазин продает часть вещей барнаульцам, а часть отправляет бесплатно в районы и раздает подопечным фонда «Облака». Вся выручка, которая есть у нас в магазине, мы ее и оформляем как благотворительный взнос, потому что никто на этом не зарабатывает. Вырученные средства с вычетом расходов идут на реализацию благотворительных программ фонда «Облака», поэтому у нас всегда надпись здесь «Покупая, помогаешь». Очередная акция по утилизации ветоши и других отходов от экоактивистов запланирована на 29 февраля в парке спорта и на геомаркете. А вещи нуждающимся можно передать в любое время в точке сбора фонда «Облака». Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.